В Чувашии активно продолжает свою работу общественная приемная Дмитрия Медведева. Благодаря стараниям ее сотрудников в деревне Передние Яндоуши Канашского района проложили дорогу с асфальтовым покрытием. А многодетная семья получила квартиру, соответствующую нормам жилищного законодательства. Подробности в нашем сюжете. Житель деревни Передние Яндоуши Геннадий Михайлов обратился в общественную приемную с просьбой оказать содействие в строительстве дороги по улице Ленина. Заявка была одобрена, а инициативному жителю вручили письмо от самого Дмитрия Медведева. На строительство дороги протяженностью 1 километр было выделено около 20 миллионов рублей. Наконец-то нам замечательную автомобильную асфальтированную дорогу построили, завершили. До 1 сентября должны сдать. И мы хотим после сдачи организовать регулярные автобусные сообщения Канаш-Передние Яндоуши. Депутаты региональной общественной приемной Дмитрия Медведева притворили в жизнь и просьбу матери с семью детьми Марии Подиаровой. В декабре прошлого года семья получила две квартиры общей площадью 144 квадратных метра в новом городе. Мать героиню и ее домочадцев посетили представители региональной приемной и также вручили письмо от премьер-министра. Сегодня мы вручаем вам от Всероссийской политической партии «Единая Россия», от председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева вот это заказное письмо. И чтобы вы действительно порадовались этому событию вместе, получить письмо от председателя правительства, я думаю, это очень большое событие. Так что поздравляю. Спасибо. Папу тоже поздравляю. Поздравляем вас. Спасибо. Во время визита к и так уже многочисленной семье Подиаровых выяснилось, что в одной из пустующих комнат хозяева приютили беженцев из Луганска. 5-летнего Ванечку и его мать. В сентябре они планируют отправить мальчика в детский сад, с чем сотрудники общественной приемной в случае необходимости обещали помочь. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.